Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я покажу и расскажу, как я сею землянику садовую на рассаду. Сеять можно уже начинать с конца января. Продолжать можно и в феврале. В марте, конечно, немножко поздновато. Я буду сеять землянику Александрину в этом году. В том году я сеяла землянику Барон Салемахер. Грунт для рассады я беру обычный универсальный и добавляю в него для влагоемкости вермикулит. Контейнер беру высотой 5-6 см. Обязательно делаю дренажные отверстия и сею я землянику в этот раз по снегу. В том году я просто посеяла землянику и закопала в сугроб буквально на 3 недели. В сугробе температура подходящая для стратификации. Не знаю, не пробовала я сеять без стратификации землянику. Семена у нее мелкие. В этом году я как поступлю? После того, как посею землянику, закрою крышкой и поставлю дня на 4-5 в холодильник. После этого контейнер с посевами поставлю в теплое место, чтобы семена проросли. Но в том году, как я уже сказала, я сеяла землянику и закапывала контейнер, конечно, запаковывала в пакет в сугроб. Результат мне понравился. Нынче попробую посеять таким способом, но сеять я буду еще и другие сорта земляники, и тоже буду в сугроб закапывать. А вот сейчас я вам покажу, какая у меня земляника в прошлом году была рассада после закалки в сугробе. Посмотрите, какие сеянцы были зеленые. Земляника имеет свойство не вытягиваться, поэтому не бойтесь сеять землянику и в конце января. Вот так я ее потом распикировала по кассетам. Спасибо за внимание.